Серпухове благодаря совместным усилиям управляющих компаний, жителей и органов власти жилые дома преображаются, становятся более уютными и современными. В этом году по государственной программе Московской области формирование современной комфортной городской среды преображаются 77 подъездов. Это дом номер 2 на улице Новой. Стену второго подъезда теперь украшает рисунок, посвященный семье. А сами помещения стали более уютными и современными. Ремонт был проведен по госпрограмме софинансирования. Наша управляющая компания выполнила ремонт подъезда, все 9 этажей. В данном подъезде выполнили следующие виды работ. Окраска стен, укладка плитки первый, второй этаж, замена ящиков почтовых. Также уделили внимание переходным балконам, повесили сетку на переходные балконы, окрасили их, заменили перила, также окрасили перила все. Окраска потолков, стен, все произвели, грубо говоря, целиком ремонт, что входит в программу, все выполнили. Жители дома уже оценили результаты ремонта. Отмечают, что стало комфортнее и безопаснее. Последний, как жили, сейчас, как сейчас сделано, это очень большой плюс. Последний ремонт здесь проводился лет 15 назад. Облагорожены все этажи. Изменили эти почтовые ящики, новые поставили, потому что были тоже уже все половина сломанных. Управляющая компания «Управдом Юг Подмосковья» проявила активность и приняла участие в конкурсе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. И мы будем, конечно, подавать на областной конкурс данный рисунок и для участия данного подъезда на лучший подъезд Подмосковья. Все подъезды принимаются комиссионно, с участием жителей, администрации и строительного контроля. Аналогичный ремонт проводится и в доме 1В на улице Народного ополчения. Здесь работает управляющая компания «Водоканал-сервис». Полностью комплексный ремонт подъезда. Это снятие старого окрасочного штукатурного слоя, восстановление штукатурки, окраска, замена выходов на чердак, подвальные помещения, также ремонт оконных рам, установка новых почтовых ящиков, информационных стендов, ремонт ступеней. Работы выполняем своими силами. У нас своя стройгруппа ремонтная, которая выполняет все работы. В рамках проекта установлены новые козырьки, тамбурные двери, отремонтирована электропроводка и установлены новые электрощитки. Работы планируется завершить до 1 сентября. Подобный проект реализуется по всей территории городского округа. В текущем году запланирован ремонт 77 подъездов, и уже более трети из них успешно завершены.